значит, не меняется. Да, действительно, ошибся я. Прошу прощения. Кузнецов. Дацук из точки вбрасывания. И шайба в воротах, показывает арбитр. Вот так. Даже не видел вратарь, как летит шайба. И только судья, кстати, сразу показал, что гол был. Игроки обрадовались. Вчера схожий момент был, но действительно штанга была. Ну вот, дали возможность Павлу Дацуку сыграть в большинстве. Да, не прошло и 15 секунд, как Дацук броском из круга вбрасывания застал врасплох норвежского голкипера. И вот как это было. Шайба попала там в центральную стойку, похоже. Внутри ворот, вот она, над плечом, да, в притирку с перекладиной. И вот... уже во внутреннюю дугу ударилась, выскочила в поле, но вот на всякий случай поехал. Арбитр убедится в собственной правоте, хотя очень уверенно показал он, что шайба побывала в воротах. Но видите, здесь просмотр не затянулся. На самом деле просто поехал полюбоваться еще раз этим шедевром, который сотворил Павел Дацук. Мы говорили, что Дацук вот внешне такой не амбал. Но очень мышцы у него хорошие, вот прямо видно, сухие, длинные, и он очень резкий. Даже вот видно даже по этим моментам, что насколько вот скромный парень Павел. Вот так вот показывает, и вот что там уставились на меня. Да, арбитр показывает на центр, как и накануне. Сборная России со второй попытки использовала численное преимущество. И Павел Дацук записывает.